Приветствую вас на моем канале разборов анонсов телепередач, психологических обзоров от Оксаны Гетман и моего творчества. Сейчас я вам расскажу о жизни участников после проекта, а именно о том, что будет в последнем пост-шоу проекта «Холостячка», что сразу после финала. А вы мне напишите в комментариях, за какого холостяка вы болели и кто больше подходит Ксении Мишиной. А в последнем подшоу «Холостячка» выяснится, что Ксения Мишина живет с Эллартом. И живут они у Ксении. Да, они завели собачку, но Ксения разрешает себе общаться и с другими холостяками. Она общается с Ковтуненко. Они даже все вместе, всей холостяцкой компанией проводят время в его ресторане. Не прекращается общение и с Андреем Рыбаком. Шо за кума, шо під кумом не была, ну не скажите. Единственное, она не общается с Лешей, потому что Лешу такой выбор очень сильно оскорбил. А вы мне напишите в комментариях, какой холостяк вам нравился больше всего и кто, по вашему мнению, больше подходит к Ксении Мишиной. И у меня к вам просьба, я очень хочу выучиться на режиссера, помогите мне собрать на образование, просто на курсы. Номер карточки под видео, буду благодарна. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч.